Всем большой привет, с вами Олеся Вышивальщица, вы на канале Рика Матрис. Данное видео будет посвящено обзору новинки от фирмы Риолис, вот такому чудесному набору с номером 1580, который называется «Замок принцессы». Ниточки представлены на органайзере нового типа, и насколько я поняла, такие планшетки будут встречаться уже во всех новых наборах фирмы Риолис. Три кусочка фетра – это основа для клумб, а также уголки нашей фоторамки. Две иголочки и канва 14 каунта цвета кофе с молоком от фирмы Zweiger. Схема в наборе идет светосимвольная, крупная, и мне это очень нравится, поскольку я люблю работать с подобными схемами. В них отлично ориентируешься, не путаешься, и все предельно просто и понятно. Осталось только выбрать подходящее время, когда будет заложен первый кирпичик. Ну а если вам кажется этот дизайн детским или нет подходящих фотографий, не огорчайтесь. Полистайте свои фотоальбомы, я уверена, что вы найдете ту самую фотографию, где вы действительно самая настоящая принцесса.